Vis konkrētāk paustie draudi Latvijai līdz šim ir izskanējuši no Krievijas politiķiem. Vēl nu pat Maskavā ierakstītā intervijā Latvijas televīzijai liberālu demokrātu līderis protestējot pret Latvijas uzņemšanu NATO un mūsu valstī īstenoto izglītības reformu prognozēja teroristu uzbrukumus Latvijai. Под Латвией ничего не останется. Вместе с русскими, блядь. Пустое пространство. Я им это обещаю. Ничего не останется вообще. И слово Латвия и латышский язык все забудут. Никогда ничего не будет. Вот имейте в виду. Найдутся герои, десантники и люди. Мы все уничтожим. Если вы будете прикасаться к русским и к русским школам. Я это обещаю вам. И деньги есть, и люди есть, смертники есть. Ничего не останется.